Да, друзья, это мой доктор, и его зовут доктор Микель, right? Yes. И мне нравится. Спокойные такие. Привет, друзья, как у вас дела? Сейчас я еду к доктору, глазному доктору, на прием окулисту, и хочу вас взять с собой. У меня сегодня appointment, вот, я уже отправляюсь. Встретимся, я посмотрю, если получится, может быть, что-то вам сниму, как там проходит прием, что там будет. В общем, встретимся позже. Пока-пока. Окей, друзья, приехал я на место. Сейчас будем заходить и посмотрим, как, что. Надеюсь, что получится снять хоть что-то, показать здесь небольшую, как бы, может быть, часть работы окулиста здесь. Здесь находится мой окулист, вот это вот GBMC, Health Partners Eye Center. Если видно, вот, заходим, парковка почти пустая, я пропарковалась вон там, и идем, заходим. Так, я зашла вовнутрь, здесь стоит санитайзер, здесь. Надеюсь, что не заставят. Здесь можно очки выбирать. И здесь регистрация. И это пусто. Отлично. Никого нет. Сейчас с этой девушки моя очередь. Итак, я подошла к регистрации. Вот номер 2, если видно. И зарегистрировалась. Сейчас ожидаю доктора. Пока ожидаю доктора, хочу показать. Громко говорить не буду, так как все-таки медицинское учреждение. Здесь такой аппарат стоит, глаза, и туда я скоро пойду, пока я ожидаю. И у вас тоже такое бывает? У вас бывает такое, когда вы приходите в больницу и ожидаете доктора? Это у меня, наверное, с детства осталось, у меня начинает как-то внутри крутить живот, и мне хочется пойти в уборную комнату. Так смешно, хотя мне уже... Уже давно не детский возраст. Здесь хочу показать. Это доктор. Это такой кабинет. Хочу встать, показать вам. Я в комнате номер 11. Следующая комната. И вот очень простая комнатка. Столик стоит. Раковина. Два монитора. Здесь какие-то, наверное, грамоты, перчатки, в общем, санитайзеры, да, стол врача. И сейчас только медсестра заходила, проверила, посмотрела. И вот здесь проверяла мое зрение. Сейчас, если получится, выйду в коридор, покажу. Здесь ничего, здесь кабинеты, все заняты. Тихо. Сегодня я спросила я медсестру, которая сейчас проверяла мои глаза. Она говорит, да, сегодня только при докторе очень так, тихо, не занято, что очень хорошо для меня. Ну что, ждем доктора, и потом, если он, я спрошу, если он мне разрешит, разговор с ним вообще, ну как бы прикольный доктор, по-моему, доктор Мигель, его имя. Будем ждать. Сейчас я взяла я свою воду. Вот младшая напечатала мне мой номер телефона, что you are the best написала, I love you, mom, и мой номер телефона. Это мамушка, когда работал. До того, как он поменял. На первой работе у них были такие специальные машинки, где можно было печатать лейблы. И он домой приносил по работе. И вот малая видела и сделала мне. Ну хорошо. Ждем. Thank you.
Да, друзья, это мой доктор. И его зовут доктор Микел, right? Yes. He is awesome. He's an amazing doctor. And I have good news about my eye vision, but he's amazing. He's professional. Bye, doctor. Bye. Сейчас стою в регистрации. Вот здесь заплатила $10 сейчас за просмотр, но вообще страховка оплачивает. Буду сегодня ехать в Costco и там, может быть, брать очки. Вот это здесь так выглядит. Здесь очки, может быть, буду выбирать, посмотрим. Здесь очки. Получила свой prescription. И также оплатила и сделали appointment на следующий сентябрь, через год. Сейчас пойду посмотрю, здесь оправа, но здесь очень дорого. Сейчас. Итак, смотрим очки. Хочу, не знаю, какую форму. Нравится более круглая, большая, потому что у меня скулы. Пока не знаю. Выберу сейчас. Здесь посмотрю. Такие нет, такие мне не нравятся. Может быть, эти. Здесь я один маленький. Сейчас переверну камеру. Эти смотрю. По-моему, маленькие вот эти скулы. Мне нужно чуть побольше. Эти тоже здесь скулы. Это третий с голубой. По-моему, грубоватый. Хочу большие, но что тоже так вот оправа была не такая грубая. Вот эти Gucci, но они, по-моему, 300 с лишним, как и Gucci. Дорогие, ну, смотрится неплохо, но, по-моему, дорого. Вот эти неплохие, но они $405. Вот эти мне нравятся. Спокойные такие, оправа. И хорошо, по-моему, да? Но дорогие, зараза, $405. Еще одни похожие. Похожие на вот эти, которые я смотрела. Это у нас тоже Gucci. Сейчас покажу вот эти вот. Вот. Это тоже Gucci. И они, да, $405. Это тоже неплохие, но надо цену смотреть. И вот эти. Но эти Dolce & Gabbana и эти $305. Мне нравится, что вот это немножко затемненное, а здесь прозрачно. Браво. Здесь можно выбирать, смотреть. Вот еще одни Gucci. $265 только оправа. А если плюс еще рецепт, они будут выписывать. Вот здесь вот очень много очков. Вот эти вот все большие. С большой правой, которую я выбираю. Не знаю. Сегодня еще пойду в Costco. Там цены хорошие. Дешевле намного. А вот эти мне понравились. Тоже. Девочка мне посоветовала. Сейчас покажу, какие. Вот эти. Но они такие симпатичные. Но, по-моему, для меня вот эти хочу сейчас попробовать. Марк Джейкобс, без цены. Цены здесь нету, бесценные. Марк Джейкобс. Вверх, если видно. Он как бы желтоватый, такой янтарный. Здесь переходит такой голубовато-фиолетовый. Такие нашла. Закрываю немножко скулы. Сейчас я проверю, сколько стоит. $210. $375. Я тут выгляжу
взлетный. Никогда не носила. Вот эти такие вот все, в принципе, большие. Но цены, они резонируются вот 200 с лишним и выше. В общем, смотрю, на чем глаз остановится. Но пока нет. Сейчас вон тебе, может, попробую одеть один раз и поеду. Так, вышла из поликлиники. Вот она, с моей клиники. Глазной доктор. Он такой прикольный. У него сегодня, вообще у него по пятницам, этот доктор всегда по пятницам одевает разные брюки. И сегодня он одел брюки. Тут есть одна в Мернеди, здесь вообще вот в нашей местности. Есть ребята играют в спорт. Рейвен. Я даже честно, по-моему, американский футбол играют. И вот он сегодня весь был коричневый. Ой! Боже мой, что я говорю? Простите меня. Голова совсем не соображает. Он был сегодня purple. Фиолетовый. Фиолетовые брюки, фиолетовая бабочка, носки. Прикольные, надо было снять. Неудобно было, все-таки он как бы, да, ну я пришла как бы по делу проверять там. И на тебе там ночной, вот он носки снимает, скажет, как вот женщина, что с тобой. В общем, посмотрела я очки, некоторые приправы. Не приправы, приправа это же еда. А правы мне понравились, но, как сказать, дорого. Это же только за оправу, например, должна заплатить 350, например, да? Или 250. И потом плюс, sorry, это моя рука. И потом же я же должна же буду prescription, то есть этот по рецепту, который они выписали. А мне еще выписали прогрессивные. То есть это будет и на дали, и на близость. То есть я должна буду водить машину и читать, и в общем, все вместе. Поэтому... Посоветуюсь с мужем, конечно, и посмотрим. Сейчас я чуть-чуть тише сделаю. Поэтому будем смотреть, как получится. Так что так. А сейчас я хочу заехать, так как я уже в этом районе, недалеко, я хочу заехать сейчас в магазин. Здесь недалеко находится Home Goods, недалеко находится Sprouts. Это продуктовый такой, ну, более хаппи, да, магазин. Сейчас я поставлю на подставку и с вами поболтаю. Не знаю, может быть, я неправильно установила вначале эту, ну, как бы, то, что сейчас держит, да, телефон или что. В общем, она у меня, если что, будет сползать, наверное, будет сползать и будет, может быть, падать. Я извиняюсь за это. Вот, сейчас я поеду. Как приеду, посмотрю, какой магазин. Так как у меня сейчас время есть между школой и перед тем, как я идти забирать детей, поэтому поедем сейчас и вместе с вами пошопимся где-нибудь в каком-нибудь магазине. А пока всего вам доброго. Спасибо, что были со мной на приеме. И до следующих встреч. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить ваши лайки, комментарии. Вот. Ну все, пока. Всем благословений, света.